Гран-пры кулінарнага кубка «Брыльянтавы каўпак» лепшаму шэф-повару і залатыя медалі на чэмпіянаце кандытарскага майстэрства. Навучэнцы і выкладчыкі Віцебскага індустрыяльнага каледжа паспяхова выступілі на міжнароднай спецыялізаванай выставе кірмашы «Прадэкспа-2022». Удзел у ёй прынялі больш за сотню кулінараў, аднак перавагу прызнаныя эксперты аддалі прадстаўнікам горада Надзвіной. Рэцэптам перамогі яны падзяліліся з Вікторыяй Гір'ятовіч. 3D-перники, соленое тесто, цукровая мастика. Витебским майстрам кондитерского жанру подуладные самые разные техники и образы. От казочного дракона до старожитных пирамид. Для навученки колледжа Юлии Елисеевой соправдным улюбенцем стал маленький принц. В этой работе мы использовали, если можно, внимательно если посмотреть, очень много различных техник, направлений, потому что если начинают только от дерева, здесь идут то есть какие-то фактуры, какие-то рельефы, цвет. То есть то, чего мы добивались очень долго, и, наверное, самое сложное все-таки это было объединить все в общую композицию. Казочный свет со звычайных продуктов створая и Алена Полесова, майстер вытворчего навучання. Ее авторские закуски, основная страва и десерт на международном кулинарном кубку скорили сердце и страуник ни одного гурмана. У меня был тарт инь-янь. Я очень люблю, когда в десерте какие-то разные цвета, какие-то разные сложные элементы. Поэтому я постаралась максимально использовать свои знания. Чем больше участвую в конкурсах, тем больше понимаю, что мне хочется дальше развиваться, хочется разрабатывать новые вещи, хочется пробовать новое оборудование, какие-то новые элементы. Начинаю вырабатывать свой стиль. У меня есть моя фирменная бабочка. Наты с кастрюлями и пательнями и Ягор Окунев. Молодый человек не только передает свои веды студентам, але и сам постоянно развивается, спробуя нечто новое. Тому другая запар перемога на головном кулинарном поединке Украины и приз «Брильянтовый каупак» – цалком заслуженный выник. В этом году было больше участников. Участники были более подготовлены. Конкурс, значит, состоял из нескольких этапов. Холодное блюдо я приготовил, тартар из говядины. Моя тема была в этом году с ферментацией. Я бывает сплю и что-то такое хочу попробовать. Вот, и дома не могу себе приготовить, прихожу на работу и здесь прорабатываю. Для студентов и выкладчиков международная выстава «Кирмаш» стала доброй возможностью оценить свои силы, а так само перенять опыт удельников с других регионов. Усяго ж команда з пирогов Дзвіны завоевала амаль два десятки узнагород, большасть из их вышейшего гатунку. По словах витебских майстров, одиного секрета поспеху у их нема. Галоўнае, каб сярод ингредиентов кожной работы были настойливость, любовь до власной справы и полет фантазии. Виктория Гір'ятовіч, Станислав Дудин, новины Витебск.